Всем привет! Столкнулся с такой проблемой на автомобиле Mazda 6 2015 года выпуска, что даже не каждый дилер не знает, как ее решить. Проблема заключается с функцией подключения SMS. Машина поддерживает SMS и SMS-уведомление и уведомление с электронной почты. Что это такое? То есть вы едете за рулем, вам кто-то пишет сообщение, вы останавливаетесь, то есть в движении она не работает, и вы, машина вам говорит, что у вас есть одно сообщение, вы можете его прочитать, и также вы можете посмотреть сообщение с электронной почты. Поначалу у меня вот это меню SMS было просто неактивным, то есть по принципу такого же, как уведомление, то есть видите, да, оно вот серое. И никто не знал, никто не мог мне объяснить, как вот его сделать, чтобы оно было рабочим. Когда я приехал к дилеру, дилер мне сказал то, что, о, да вы знаете, это вообще все только в Европе работает, у нас это такого нету. И про навигационную карту то же самое он мне сказал. Но в реале получилось все наоборот. Что для этого нужно было сделать? Сейчас я вам все это покажу. Когда мы подключаем телефон, вот у нас есть Bluetooth. Вот вы видите, машина Mazda. Заходим сюда, и нужно поставить вот эту галочку, показать уведомление. Изначально сейчас она у вас не стоит, она у вас по-любому будет снята. Это если у вас телефон iPhone 6, 5 там, и 4 и так далее, неважно. Ставите эту галочку, после этого у вас сразу все вот это заработает. Если вдруг у вас она не заработала, все равно еще серая и пролистывается, что делаем? Заходим в настройки, и вот эти вот галочки снимаем. То есть автоматическая выгрузка, загрузка SMS сбрасываем, еще раз включаем, возвращаемся в меню. Тогда у вас заработает. То есть что принцип какой? Вот, пожалуйста, например, сообщение с электронной почты. Здравствуйте, Дмитрий, вам оставили комментарий. То есть мы его можем прочитать, мы его можем прослушать. Комментарий от Джулиет 2801. Здравствуйте, Дмитрий. Джулиет 2801 оставила комментарий к записи бренд-журнала «Задняя тренировка», а я надеялась, что там будет хорошая тренировка и не придется тратиться на нее, перейти к... Ну, как-то так. То же самое, например, с сообщениями. То есть, пожалуйста, заходим в сообщение, и мы также видим, что здесь что-то, ну, вот, как-то так. То есть, это работает. В принципе, функция удобная, но и самое главное, что если она есть на машине, то она должна работать. Вот опять же говорю, дилеры ничего не знают. Когда я начал задавать вопросы, ну, никто не хочет ни мануал почитать, ничего, ни так далее. То есть я надеюсь, что я кому-то помог.